Привет! Вы смотрите самую позитивную, креативную и познавательную передачу Footing Club. И сегодня специально для вас мы подготовили спецвыпуск, посвященный ежегодному фестивалю единого детского движения, в котором побывал наш корреспондент Ая Паскачина. Всем привет! Наверняка наши мамы, папы, бабушки и дедушки все начинали с пионерских движений. А сейчас это уже масштабное единое детское движение, которое объединяет более 79 тысяч школьников по всей республике. Сейчас я нахожусь на фестивале, который собрал всех самых ярких и активных представителей нашего поколения. Единое детское движение «Стремление» под эгидой главы республики Саха-Якутия было основано в 2013 году, когда юные лидеры выступили с инициативой об объединении всех детей республики в одну большую дружную семью. Идею принял и поддержал президент республики Саха-Якутия Егор Борисов. Главным принципом масштабного детского движения является партнерство государства и детских общественных объединений во благо воспитания юных поколений якутян в духе гражданственности, патриотизма, нравственности и духовности. В этом году в стенах Творца детского творчества прошел фестиваль, посвященный пятилетию единого детского движения «Стремление». Во Дворце детского творчества царит атмосфера дружбы, счастья, веселья, где собрались детские общественные объединения из 22 муниципальных районов. Здесь сегодня и сейчас работает 350 детей и взрослых. Конечно же, фестиваль – это долгожданное событие, по итогам которого мы определяем лучших из лучших представителей, выявляем лидеров сильнейших команд. И, конечно же, мы смотрим, какая деятельность, какая работа сегодня ведется в наших детских общественных объединениях. В рамках фестиваля проводятся 4 конкурсных испытания. Это конкурс визиток, это конкурс деятельности детских общественных объединений путем презентации, это конкурс игровых команд и практическая конференция, по итогам которых мы будем смотреть, какая работа ведется на местах. То есть мы не только смотрим, каким образом команда работает, но мы и смотрим со стороны административного ресурса, то есть каким образом сегодня на уровне школ, на уровне муниципальных образований, городских округов ведется системная работа в части создания условий, то есть наличие кабинетов детских общественных объединений, какая поддержка ведется в части финансирования мероприятий детских общественных объединений. Поэтому в целом мы должны смотреть, какая работа ведется на уровне муниципального образования, чтобы дети у нас полноценно занимались досугом, чтобы они могли инициировать смелые начинания, реализовывали интересные социальные проекты. Это сегодня детям очень важно, потому что они сегодня хотят творить, хотят коллективную деятельность. И мы сегодня должны веером предложить массу направлений деятельности, чтобы они не увлеклись другими негативными вещами, чтобы они занимались творчеством, креативом, добрыми делами, чтобы они все это приумножали. Сегодня на уровне Российской Федерации идет подъем детских общественных объединений, и мы всегда принимаем в ней самое активное участие, достойно представляем нашу республику. И, пользуясь моментом, хотел бы наших ребят позвать, чтобы они создавали детские объединения, чтобы они вливались в наши ряды. Стремление вперед! Добрый путь! Обстановка на фестивале была наполнена позитивом. Со всех углов были слышны возгласы и песни. Этой мощной энергетикой был заряжен каждый находившийся в здании Дворца детства. Нельзя упустить ту серьезность и ответственность, с которой ребята подходят к своему делу. Каждый буквально жаждет расти, развиваться и внести свою лепту в развитие республики и даже всей страны. Каждое движение с каждого улуса подготовили свои уникальные стенды. Вот, например, Нюрбинский улус рассказал всю историю создания своего единого детского движения. Недавно, этим летом точнее, в 2007 году, был слет, третий слет единого детского движения, на котором мы стали лучшей детской организацией Республики Саха-Якутия. Вот. А также у нас есть выставка. Это все поделки наших детей. С каждой организацией мы собрали все самое лучшее, все самое хорошее. Также у нас есть множество наград по проектам, по долговременным играм, а также мы сами участвуем в КВН и проводим разные мероприятия. Я в едином детском движении уже 4 года, и я не собираюсь бросать это дело, потому что мне очень нравится это дело, так как оно показало мне путь, по которому я пройду, надеюсь, всю жизнь. К тому же я познакомилась с множеством людьми по всей республике,
то, что поможет мне в будущем. Юрдель вот здесь, Юрдель вон там. Юрдель вот здесь, пусть все увидят. Юрдель вот здесь, Юрдель вон там. Это просто мы пришли сюда. Всем привет! Мы лидеры и активисты Союза детских общественных объединений Юрдель Горного Улуса. Союз детских общественных объединений Юрдель Горного Улуса функционирует на базе Центра дополнительного образования с 2013 года. У нас есть 2 пилотных школ РДШ и работает 11 организаций по программе «Джулур» под эгидой главы Республики Саха-Якутия. Не стой в стороне, вливайся в наши ряды! Маша Гущина является юным горожанином, и уже сейчас у нее есть определенные понятия, каким должен быть истинный патриот своей родины. Мое движение, оно стремится к лучшему. Мы хотим, чтобы везде все было на окей, на отлично. Мы хотим улучшить город. Сначала мы приступим к городу. Затем мы приступим ко всей республике Саха-Якутия. А затем и ко всей стране. Мы будем стараться улучшать ее до невозможного. Мое движение значит для меня очень многое. Мне нравится помогать, нравится проводить все. Мне нравится то, что я делаю. Это помогает мне успокоиться иногда, помогает мне понять, кто и кем я являюсь и что я могу сделать для нашей страны. Параллельно в зале проходит конкурс игровых программ «Шаг вперед». Наша команда! Наш девиз! Главной составляющей единого детского движения является организация групповых игр, раскрывающих и сплачивающих детей. Так, в зале проводился конкурс игр с залом, а в коридоре игр для небольших групп, где победителями стали представители Покровского детского движения со своей игрой «Машина счастья». Она включает в себя и тренинговую, и игровую часть, которые направлены на понимание значения слова «счастье». В нашем Улусе движение, единое детское движение, развито очень хорошо. Мы устраиваем различные конкурсы. У нас есть улусный конкурс «Ханала Сарили» в Доудриминде. На наших конкурсах дети проявляют себя с разных сторон. Кто-то находит в себе новые таланты. Мне очень нравится, когда ты чувствуешь себя вожатым. Нравится помогать другим раскрываться и находить что-то новое в себе. Что для вас значит единое детское движение? Ну, вообще, единое детское движение – это раскрытие талантов, раскрепощение личности и проявление способностей. Для меня, если бы, наверное, не было единого детского движения, я бы, наверное, не была бы такой, какой я сейчас. Потому что, когда я только вступила, я была не очень веселая и неактивная, а вот сейчас я чувствую себя просто очень классно, мне нравится вся эта атмосфера. Единые детские движения взяли свое начало с пионерских организаций. И то, и другое имеет единую, схожую цель – воспитание в детях преданных граждан своей страны, развитие в них патриотизма, участие и небезразличие к жизни своей родины, желание меняться и менять все вокруг себя в лучшую сторону, делать жизнь ярче и интереснее. И ребята из Вилюйского Улуса взяли эту идею за основу своей презентации. ЕДД с тобой всегда, ЕДД твои друзья. Здравствуйте, мы представители единого детского движения Вилюйка Скиля. Активисты нашего единого детского движения принимают активное участие в организации различных мероприятий, реализуют свои краткосрочные проекты, знакомятся с разными учениками из разных школ. На фестивале, как ни на каком другом мероприятии, можно было увидеть огромное количество веселых, открытых, смелых и разносторонне развитых ребят. Их энергетика смогла бы зарядить, наверное, даже самого унылого. Девочки, привет! Пожалуйста, расскажите о вашем движении. Мы из Дерюглинского района, из спецотряда «Легенда». Чем вы занимаетесь, какие у вас цели? Мы вообще проводим коммунарские сборы. Там мы знакомимся с другими активами школ. Мы сам актив штаб у нас Нервинского района. И мы всех знакомим, играем с ними, учим их правам всяким.
А что для вас значит ваше движение? Движение – это все для нас. Ты вливаешься, ты знакомишься, ты раскрываешься, как человек сам. Личность – это очень прекрасно. Вас приветствует Союз детских общественных объединений «Бригантина» городского округа Жатай. Туда входят Содружество, Калибри и Орбита. Наш союз охватывает все 8 направлений единого детского движения. Мы реализуем различные проекты и акции. Мы участвуем в различных республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Единое детское движение для нас – это жизнь. С самого детства мы входим в наши отряды, в республиканское движение детей. И мы благодарны, то, что оно существует. Да. На самом деле, единое детское движение – это огромная площадка для самореализации. 2013 года мы просто почувствовали, что мы умеем. Мы раскрыли себя, просто научились работать с командой, как-то проявлять себя на сцене. Мы сами себя открыли, можно сказать, благодаря единому детскому движению. Все! Детское движение «Стремление» под эгидой главы Республики Саха-Якутия, оправдывая свое название, действительно стремится во всех смыслах этого слова к движению, раскрытию и развитию школьников всей республики. Сподвигает их на воодушевление еще большего количества детей и подростков на продвижение и улучшение будущего нашей Родины. Вот и закончился фестиваль улыбок и ярких эмоций. Сегодня мы увидели, что единое детское движение для каждого его участника является неотъемлемой частью их жизни. Ведь, несомненно, это начало их светлого будущего. Не стой в стороне, вливайся в наши ряды! На этом у меня все, всем пока! Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Подписывайтесь на наш инстаграм и присылайте свои видеосюжеты к нам на почту. Не забывайте нас. Смотрите нас. Оставайтесь вместе. Спортинг Клаб. Пока! Пока.